Гороскоп предсказывает овнам хороший день, если они будут коммуникабельными и уступчивыми. Тельцу следует использовать свой высокий интеллект по максимуму, тогда и проблемы решатся быстро, и новые идеи появятся. Отлично пройдут массовые мероприятия, организатором которых выступят близнецы. Работоспособность рака будет зашкаливать, поэтому вы с утра до вечера проведете в беготне, суете и поездках. Львам начальство предложит перспективную должность, поэтому не вздумайте отказываться. Гороскоп рекомендует Деве проявить твердость характера и силу воли, когда со стороны коллег будут нападки. Гороскоп обещает Весам хороший солнечный день, когда все будет идти как по маслу. Скорпиону необходимо в полной мере проявить свой трудовой потенциал, а также смело браться за новые дела. Чтобы удача не отвернулась, меньше хвастайтесь своим везением. Козерогу нужно немало сделать, чтобы прийти к карьерному росту. Вам предстоит доказывать свое мастерство на практике. Гороскоп обещает Водолею непростой день, когда неприятности будут возникать со всех сторон. Взаимопонимание в союзе с партнером рыбы достигнут только в том случае, если доверят ему свои секреты и оставят прошлое позади.